Привет. Устраивайтесь поудобнее. Сегодня мы с нашим котом Милки решили провести 24 часа в диком лесу. Научились добывать рыбу, нашли ночлег и даже поймали дикого зверька. Всем приятного просмотра. Где это мы? О, Милки, ты проснулась? Мы в лесу на 24 часа, так что вернемся домой завтра. А ты кушать взяла? О, нет. О боже, кто бы сомневался. Ты заняла весь рюкзак, Милки. Но мы же помрем с холоду. Милки, мы тепло одеты. Тем более я тебе вчера такую классную кофточку связала. Ну тогда не с холоду, а с голоду. Милки, не говори ерунды. Смотри, как здесь великолепно. Легкий свежий ветерок. А какие красивые деревья. В городе ты такой красоты не увидишь. Как тяжело! По крайней мере, будешь иметь мотивацию, чтобы похудеть, наконец-то. О, красиво на природе, но целыми днями на ногах тяжеловато. Барбариска, лучше давай это, может что-то в Макдональдсе купим? Это ж лес, и тут нам надо самим искать еду. Вот сейчас как раз этим и займемся. О, смотри, грибочки! О, Милки, смотри, гриб. Но он плохой, там уже маленький. Так, грибов нет. Пошли дальше. Барбариска, какие еще грибы? Коты такое не едят. Должна знать об этом. Ой, Милкис, не морчи. Сейчас найдем что-нибудь тебе покушать. О, смотри, ягоды. Посмотрю. Что это у нас тут такое? Липкое. Красненькое. Это калина. Да. Это дикая калина. Барбариска, здесь одни зарости. Мокрые листья. Я не хочу марать свои лапы. Неси меня домой. В городе надоело, а здесь свобода, просторы. Только ты и я. Ой, хорошо-то как! Ой! Пора искать ночлег. Где здесь выход? Ой! Милки, у нас отдых. Что это за отдых такой? Мне дома на диване лучше. Нет, лежи и наслаждайся. Тяжело наслаждаться, когда в кустах мыши лазят. Где? Ну вон же она, по листьям пробежала, кажется. Милки, тебе опять показалось. Так, мне холодно. Давай палатку разлаживать. Да, давай, разложим палатку. О, классно, я сплю у стены. Милки, это сарказм. Какая палатка? У нас нет палатки. Надо срочно что-то придумать, пока не стемнело. Я вижу! Вау, классное дупло! Ух ты! Кажется, я поняла. Я знаю, здесь вход. О! Ну все, ребята. Уютное местечко. Мы спать. Всем пока. Ну все, Милки, выспались. Классное дупло. Идем дальше. Гнездо. Чувствую запах мышки. Она где-то близко. Барбариска, ты в надежных лапах. Надеюсь. Я по запаху найду, что покушать. О, что-то чувствую. Вчера здесь пробегала. Нашла! Вон она, нашла! Кажется, свинка. Милка, какая свинка?
такая черная, волосатая, дышит, теплая, вкусная. Идем, я тебе покажу. Вот она. Мелкий, не подходи к нему близко, ты что? Это медведь какой-то. Как медведь? Какой медведь? Уходим отсюда. Уходим, мелкий. Пошли. Идем. Бежим. Бежим, бежим, пока он не проснулся. Так, мелкий, что-нибудь чувствуешь? Что там, мелкий? Я уже кушать хочу. Давай быстрее ищи. Сейчас, сейчас. Не торопи меня. Я уже след взяла. Барбариска! За тем кустом! Видишь ее? Вон она! Вижу! Лови ее! Ох уж эти городские! Убери грабли! Есть! Есть! Поймала! Эй, слышь! Отпусти меня! По-братски! Ой, какая маленькая свинка! Мне нравится эта мышка. Веселенькая такая. Ой, я не могу ее скушать. Да, милка, я тоже не могу ее съесть. У меня новый друг, у меня новый друг. Мышонок, новый друг. Будем играться целый день. Ой. Дружба дружбой. Кушать хочется. Вот тут будет наша печка. А теперь мясо. Ты что делаешь? Ты зачем моего нового друга на мясо отправила? Да не, мелкий, я поймала рыбу в той реке, помнишь? Я помню, что в той реке не было рыбки. Там таки была рыбка. Сейчас поймаем рыбку. Ой, ой. Возьмем острую палочку. Кажется, здесь есть рыбка. Так, вижу ее. О, я поймала! Есть, 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 есть. Свеженькая. Ой, есть. Я тебя приглушила. Ой. Есть, я поймала! Все, кушать мы наловили. А где тогда мой новый друг? Нету. Да вон он, ты что, не видишь? Сейчас тебе принесу его. О, вот он, живой и здоровый. Я рыбу готовила, милки. Ребятки, о, я пока его поселю в свой старый аквариум от рыбок и пойду искать ему клетку. Точно, пока будет жить там. Ставьте лайк, если вам понравился хомяк. Блин, упал хомяк. Давай, прячь ее в карман и пошли домой. 24 часа уже прошли. Тру-ту-ту-ту. Вот мы и дома. Ой. Хомячок, посидишь пока в моем аквариуме, ладно? О, новые апартаменты. Дайте мне этого пушистого обнять. Это ж он меня нашел. А вы поставьте лайк, если я вам нравлюсь. Все, ребятки, я за клеткой.